В Одинцовской школе номер 1 регулярно проходят воспитательные занятия по направлениям нравственного, социального и общекультурного развития в рамках реализации программы «Киноуроки в школах России». Они посвящены вопросу формирования у школьников 8-11 классов понятия «единство слова и дела» как одного из базовых качеств личности. Сегодня киноурок проходит в рамках активного проекта «Новая школа». Он сформирован для того, чтобы возрождать в вас, учениках, патриотическое воспитание. Любите свою родину, она у вас одна. Основной целью этих уроков активисты Одинцовского отделения «Единой России» называют формирование у подрастающего поколения трезвого мышления, понимание истинной ценности человеческой жизни. Пропаганда здорового образа жизни, значение выбора приоритетов для самореализации и становления человека как личности, профессионала и члена общества. Самоопределение, выражение себя и ценность человеческой жизни, и вообще ценность себя как личности. То есть они вроде все в одной школе, но все разные. В одном классе, но тоже все разные. И вот именно 14 лет, 14-15 лет, как я говорю, что это уже еще не взрослый, но уже не ребенок. То есть на самом деле детство заканчивается. Сейчас все-таки очень много проектов направлено на реализацию возможностей молодежи. У молодежи есть возможность раскрыться. В ходе уроков подростки смотрят короткометражный фильм про таких же современных школьников, после чего с педагогом обсуждают сюжет и тематику. Ученики наглядно разбирают ситуации, предложенные автором фильма, задумываются о смысле и с энтузиазмом рассуждают вслух. Фильм душевный, со своим смыслом. Он дает пищу для размышлений, можно на нем задуматься. Он дает множество всяких уроков, например, стоит задумываться над своими словами. То есть, если мы что-то скажем, для нас это просто слово, кого-то это может обидеть. Надо больше общаться с друзьями и близкими, чтобы понимать их и дарить им счастье, и чтобы вам то же самое возвращалось. Такие уроки способствуют формированию целостной личности и собственных принципов и взглядов на жизнь у подрастающего поколения. Принцип счастья – искать везде самые эффективные и простые пути. Конечно же, задумываясь параллельно и о других людях. Помогать обществу. Елена Краева, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».